Национальный исследовательский технологический университет МИСИС – один из динамично развивающихся научно-образовательных центров страны. Ульяновская делегация во главе с губернатором посетила учреждение в рамках проходящего в Москве второго технодня. Вот уже несколько лет московский вуз проводит глубинную работу по поиску новых технологий, чтобы адаптировать и внедрить их в образовательный процесс. В планах ульяновцев плотное сотрудничество с учеными. Это озвучил Сергей Морозов на встрече с ректором Алевтиной Черниковой. Федерация в области IT и микроэлектроники. И сейчас активно занимаемся программами обеспечения, потому что недавно вообще было заложено очень важно для развития трассы очень важно. Возможности для дальнейшего сотрудничества у региона и университета не ограничены. На базе вуза располагается свой инжиниринговый центр быстрого промышленного прототипирования и центр научно-технического творчества молодежи. А сотрудники работают над созданием комплекса производства полупроводникового кремния и изделий на его основе для микроэлектроники и солнечной энергетики. Ульяновская сторона планирует привлечь разработки университета для обучения школьников и студентов специальностям будущего. Мы давно знаем Ульяновский регион как инновационный регион, и для нас, как для технического вуза, это сотрудничество очень интересно. Кроме того, мы сегодня обсуждаем возможности совместных образовательных программ. Речь идет о реализации совместных проектов на уровне бакалавриата, магистратуры, специалитета и дополнительного образования. К примеру, уже в этом году в Ульяновске пройдет один из этапов конференции EdCrunch. Мероприятие создано МИСИС и считается крупнейшим в Европе. На конференции отбираются лучшие образовательные и научные практики, и далее они рекомендуются к внедрению. Договорились, что же в этом году при помощи поддержки наших коллег в регионе пройдет образовательная конференция EdCrunch, известная специалистам в сфере образования. Вот одной из площадок станет как раз Ульяновская область. По словам Сергея Морозова, сотрудничество с коллегами из Москвы планируется по направлениям, связанным с материаловедением. Также ульяновцы подписали соглашение с представителями цифровой платформы «Университет-2035». Разработчики создали систему с участием искусственного интеллекта, которая может подобрать для человека образовательные цели и задачи по любой запрашиваемой теме. Возможно, скоро она появится и в Ульяновске. Анна Тищенко, новости «Ульяновской правды».